Приветики! Наконец-то я вернулся, да? Ты уже слышишь, что я... Ну, я болел прошлую неделю, поэтому видосиков не было. Мой гундящий этот звук, точнее, мой голос и нос, ну, в общем... Да, я говорю практически с заложенным носом. Я, конечно же, выздоровел почти, вот. И осталось совсем чуть-чуть. Это вылечить нос, вот и все, в принципе... Ладно, сейчас не об этом. Я про то, что мы вернулись в симулятор вора, и мы приступаем к нашей новой миссии. Нам нужно с тобой ограбить вот этот вот особняк. Пойдем-ка выйдем из машины. Так, я походу неудачно припарковался, да? Ну да, там уже тачки едут. Они будут сигналить, что я им мешаю. Сейчас перепаркуемся с тобой. Заедем. Куда заедем? Вот сюда вот. Тетенька, отойди. Отойди. Во, в кустах не видно, отлично. Все, пошли, дверь можно не закрывать, но я закрою. Значит, нам нужно подойти вот сюда, прямо к входной двери, к воротам. Оба, камеру. Да, кстати, у меня есть мини-камера, которую я могу сюда залепить. Сейчас попробуем. Оп, кажется, я ее поставил. Ну, в общем, видимо, камера стоит, я, правда, не вижу, где она стоит. Она какая-то невидимая. Ладно, значит, пойдем-ка посмотрим. Вот она, камера, давай пометим ее. О, Винни! Что расскажешь? Ты же знаешь, как удалить все данные с мобилы, да? Тогда вперед. Нет, не знаю. Меня не обучали этому. Короче, нам нужно удалить данные с мобилы. Ага. Меня, да решили этим замком остановить. Ох, я вас умоляю. Ну там хотя камера есть. И это очень и очень круто. Да. Камера прямо на входе. Смотри, вот она светит. Если я сюда сейчас встану, то сразу копы приедут. Надо как-то эту камеру обезвредить. Угу. Пойдем-ка обойдем этот дом вокруг. Посмотрим, что у нас есть. Итак, смотри, что я здесь нашел. Это электробудка, которая питает весь дом. И это нам на руку. Сейчас мы ее откроем. О, здесь автоотмычка поработает. Отлично, открываем. Ух ты ж, сколько здесь рубильников. Какой мне нужен? А, вот здесь один нужен, да? Ну да. Так, электричество заработает через 237 секунд. Бежать надо. Бежать надо. Все, встаем, побежали. Нужно как можно быстрее действовать. Значит, смотрим. Открываем дверцу. Отлично, камеру обезвредили. Заходим. Блин, там дома-то хозяева есть. А я тут блуждаю. Так, бежим сюда. Обойдем сейчас дом вокруг. Незаконное проникновение. Кажется, меня спалили. Ух ты, какая тачка стоит, смотри, там сигналка на ней. Ладненько, нам это сейчас не нужно. Нам нужно найти мобилу, точнее планшет, и стереть там данные. Задняя дверь, черный выход. По-нашему. Открываем автоотверточкой. Отлично. Тихонечко заходим туда. И надеюсь, я не спалюсь. Не спалюсь, надеюсь я. Где еще планшет-то этот найти? Я думаю, что на кухне планшет навряд ли может быть, да? Поэтому нам... О, подожди. Бабочки. Бабочки за... 150 баксов, офигеть. Ползем дальше по кухоньке. Сейчас проползем. Может, здесь еще яблоки не нужны. Туалет. Может, в туалете планшет? М-м-м. В туалете нету. Ладно, поползли дальше. Ищем картину, какая роскошная. Воу-воу-воу-воу, хозяева. Надо очень быть аккуратным. Я сейчас спрячусь здесь за уголок. Вот так вот сейчас выглянем с тобой. Отлично. Воу! Там, короче, парень и девчонка дома, да? Вот это попадос. Она в зеркало... Да, она в зеркало смотрит. Или это там окно. Короче, неважно. Мне нужно как-то проскочить на второй этаж. Надо, чтобы они оттуда учиться... Оп! Кажется, она сюда идет. Да? Она ушла, отлично, идем на второй этаж с тобой быстренько, быстренько, быстренько. Ну, шевелишь своими ножками и гусиным шагом, пока поднимешься, уже 300 лет пройдет. Отлично. Значит, спальня. Это у нас, это что, кладовая? А, тут выхода нет, нам сюда надо. У-у-у, планшетик, ой, он в сейфе, оказывается, тогда нам нужно закрыть эту дверь. Потому что мы будем взламывать сейчас сейф. Так, попробуем. Блин. Ой-ё! Электричество включилось и меня запалили. Можно я в шкаф спрячусь?
Офицер бежит, смотри-ка. Как я удачно спрятался, тут какая-то синяя рубашка висит. Так, чувак, он поднимается на второй этаж. О, боже мой. Кажется, меня сейчас повяжут. А я в шкафу с грязным бельичем прячусь. Кажется, он на второй этаж еще не поднялся. Отлично. Божечки! Че ты кругами носишься? Вот этот полицейский, он даже сюда не забежал, в эту комнату. Тупой и еще тупее. Все, он ушел из дома. Он даже не решил подняться на второй этаж. Ну, мне это даже на руку. Можно вылазить, да? Фух, здорово. Гитарочку я заберу. И вот это тоже заберу. Так, еще раз пробуем взломать сейф. Я его... Твою ж налево, я слышал, что кто-то зашел. Может, меня пронесет? Фух. Так, я вижу там телефон. Хватаем его. Что там еще есть? Еще один телефон и планшет. Отлично. Все, миссия комплит. Ну как комплит? Я еще из дома не сбежал. Сейчас мы попробуем это сделать. Открываем тихонечку дверь. Фух-фух-фух-фух-фух. Спускаемся. Так, подожди, я слышу шаги. Кто-то там... Хозяин, вон он идет куда-то. Кажется, он зашел в квартиру. Блин, а здесь можно как-то спрыгнуть? Можно я отсюда сигану? А, вон туда. Блин. Ладно, пошли. Тихонечко сейчас проверим. Оп-оп-оп-оп-оп. Оп. Может, через гараж выйдем? Ютрен батон. Вот так вот. Дверь закрываем. Фух. Так, мы в гараже. Надо открыть гараж. Или через окно. Давай через окно. Тут света, блин, куча. Просто офигеть сколько. Идем сюда. Сейчас я здесь видел раздвижные ворота. Мы сейчас их быстренько откроем. Главное не попасться. Тут прям лампа светит. Ух. Тихонечко. Опа. Все, 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 все. Валим, валим, валим. Фух. Как это было экшово. Ну что, поехали взламывать этот планшет. Ой, настал время похакерить. Я обучился компьютерному ремеслу. Сейчас мы попробуем взломать наш планшетик. Вот этот вот. Это ж он? Да, он. Вот ядрен батон. Это что за шляпа такая? Стрелочка зеленая. И что с этим делать? Крутить, вертеть. Кручу, верчу, запутать хочу. Понятно, это, короче, головоломку, которую нужно решить своим серым веществом и розовыми извилинами в голове. Ладно, пошагали. Прямо, 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 прямо. Ага. О-о-о. Чё-то мои серые извилины не хотят. О, серые извилины. Серая масса не хочет соображать. Тогда пойдем от обратного. Вот так. Так. Оу! Со второй попытки. Открыл планшет. Красавчик. Винни, чё тебе надо? Отличная работа. Такими темпами мы с тобой быстро рассчитаемся. А пока отправь мне планшет через Black Bay. Black Bay. Как он это произносит, интересно. Противно. Так, значит, заходим в MacBook. Black Bay. И где наша... Где электроника? О! 600 баксов за взломанный планшет Lenovo. Leovon. Но мы-то с тобой прекрасно понимаем, какой бренд это подразумевает. Продать. 600 баксов с тобой подняли. Офигенно. Винни, ты задолбал. Ты же знаешь, что детали машин покупают на Black Bay, так? Но если ты хочешь что-то продать, в них надо разбираться. Так, ты хочешь меня отправить на курсы молодого механика, что ли? Чтоб я тачки разбирал? Походу, да. Сюжет, достигните первого уровня навыка кражи машин. Сейчас посмотрим, что там надо. Так, значит, угон уровень 1. Снимайте с машин запчасти, угоняйте машины без сигнализации. Нужно одно очко умений. Сейчас мы его раздобудем. Предлагаю тебе вандальный способ пробраться в этот дом. Так, я думал, тут копы едут. Более вандальный метод проникновения в этот дом. Значит, смотри, подъезжаем сюда. Выходим с точилы. Эх, как кривенько встал, ну да пофиг. Запрыгиваем. Не получается. Опа. Есть, на тачку запрыгнули. Теперь прыгаем на бак. Вот так. Опа. И все, легче некуда. Я, кстати, здесь окошечко открывал. А, у нас же стеклорез есть, точно. Прорезаем здесь дыренечку. Давай, давай.
Есть отверстие. Контакт найден, открываем. Залазим. Так, и что бы нам здесь стащить с тобой? В гараже пусто. Кроме машины мы здесь ничего не можем сделать. Значит, идем сюда, пока хозяева спят. Стащим вазу. Она, правда, недорогая, но что... Сейф! Здесь есть сейф! Сейчас мы его ломанем. Оу, е! Открываем. Что у нас там? Ядрен батон. Цепочки какие-то золотые. С бриллиантами, с камнями. Офигенная находочка. Так, это что? Это джойстик от PlayStation. Забираем. А, инвентарь полон. Надо что-нибудь выкинуть. Че выкинуть? Ё-моё, сколько у меня тут всякого барахла. Старая гитара. Блин, я еще с прошлой вылазки не продал гитару. Желтая ваза. Давай желтую вазу выкинем. Она мне нафиг не сдалась. Да блин! Ваза, выкинись, пожалуйста. Вот. Ну-ка. Ну, в принципе, все. Пошли. Здесь больше делать нечего. Нам должно этого хватить, чтобы получить очко опыта. Точнее, очко навыка. Выйдем так же, как и заходили. Эть. Открываем себе ворота, как дома просто. Спасибо этому дому. Воу-воу-воу-воу-воу. Тихо-тихо-тихо. А где тачка-то? А, во, вот она. Целых 2 очка навыка. Офигенно. Значит, изучаем угон уровень 1. Ну и, соответственно, увеличим наш рюкзак. Учиться проще всего на практике. Я знаю одну машину, которую ты можешь мне привезти. На техобслуживание, разумеется. О, я знаю, что это за техобслуживание. О, закорачивание проводов в машине. Закорачивание. Какое странное слово. Закорачивание. Ладно, неважно. Старые машины можно угнать, закоротив провода. Для начала смотрите электронику под рулем. Затем вам будет нужно соединить провод с 2 правильными гнездами клеммной колодки. О боже, чему меня учат. Наша цель с тобой 104 дом. Нужно угнать отсюда болт Horn 86 Classic. Господи, ну и название. Что это за машина? Что это за рухлядь такая? Так. Выходим с тачки. Ой, что там творится-то? Ты посмотри, там хозяев. Что он делает? Божечки. О май гад, нет, я не буду на это смотреть. Я лучше пойду возьму перчаточки. Перчатки для скалолазания. А, они у меня в инвентаре. Ладно. Да, щит. Вы прекращайте, я же... Ай, ну все вроде бы. Я просто сквозь стенки могу видеть, я супер-хиро. Или супер-злодей. Ой, в общем, воспользуемся моментом, пока они там... Есть, замок скрыт. Заходим. Эту квартирку мы с тобой уже обчистили, здесь нифига нет. Ни картин, хотя нет, одна висит. Ну и фиг с ней. А вот эту штуку я заберу, слушай, пожалуй. Да, вот эту я заберу. Вот. Спускаемся вниз. По-моему, на втором этаже гараж. Ага. Наш товарищ до сих пор там валяется. Нежится в кровати. Закрываем. Тихонечко, не хлопай. Так, теперь нам нужно как-то взломать вот этот вот драндулет. Я, правда, не знаю, с какой стороны нам лучше подойти. О, один проснулся. Куда он пошел? Куда ты пошел? О май гад. Так, взлом автомобильного замка. Ты что, на пробежку пошел? Ну и все, и вали. Взлом автомобильного замка. Блин, у меня это не прокачано дело. Ну-ка, пойдем посмотрим таланты. Так, снимайте с машины запчасти, угоняйте машины без сигнализации. Я же это прокачал. А второй уровень — это отключайте автомобильные сигнализации. Странно, почему я не могу тогда взаимодействовать с этой тачкой? Походу, мне придется здесь разбивать лобовое стекло. Да, придется за ломом бежать. Или я его с собой взял? Я его, по-моему, выкладывал. Вот черт. Я лом выложил, придется идти в машину. Открываем гараж. Как громко. Фух, нас не запалили. Быстренько, быстренько, быстренько. Ломик, иди сюда. Где лом? Лом, забираем. Забегаем сюда. Закрываем. Фух. Ломик, где ты? Вот он. Ну что ж, приступим к бомбическому разносу бокового стекла машины. Фух, не услышали. Дверь все равно заперта. Да что ж такое, как мне залезть в машину? Откройся, дверь!
Упс. Меня услышали. Надо валить отсюда. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Давай-давай-давай-давай-давай быстрей. Короче, мне пришлось вернуться домой и залезть в магазин. Мой хакерский воровской магазин. Взлом автомобильного замка. Ну точно! Короче, это такая вот дрель, которая выкручивает или высверливает в машинах замки. 8000 она стоит, в общем, покупаем. Надеюсь, что сейчас у меня все получится. Пробуем. О-хо-хо! Так, а как взламывать-то? Мне даже обучалку не показали. Просто высверливать, что ли? Вау, как громко. Ёшки-матрёшки. А чё так долго-то? Чё, всё, что ли? Офигеть. Так, значит, открываем гараж. Опачки. Залазим в машиночку. Заводим этот... А как заводить-то, блин? Там надо отламывать нижнюю часть, вон ту вот штуку. А, точно, надо провода соединить. Оу, как то комбьяться? Это значит, я не в то гнездо оттолкаю, да? Ай-яй-яй. Ой, сейчас нафиг всю электрику спалю. Вот желтенький сюда. Следующий сюда. Чё, все завел, что ли? Офигенно. Блин, а эту тачку что, бросать? Не, это не круто, надо ее как-то забрать. Хоть на прицеп сажай. Ладно, фиг с ней. Завтра приеду сюда. Офигенно. Мы сперли тачку. Оу, тихо. Твою ж налево, в чувака врезался. О май гад. Только я мог так опарафаниться. На радостях врезался в чувака. Все, я снова угнал этот драндулет. Надеюсь, в этот раз я тихонечко доеду. О, какой вид от первого лица. Так, тихо. Не расслабляться, надо тачку доставить. Офигенно. Слушай, она даже по-другому ездит. А где тачка-то? Почему у меня за спиной мой драндулет? А где пикапчик? Эх, был пикап, да сплыл. А он мне так понравился. Я думал его уже себе оставить. Винни. Теперь ты готов для настоящего дела. Продолжай в том же духе и сам не заметишь, как превратишься в свободного человека без всяких долгов. Мы оставили возле твоих ворот коробку, забери ее. А, я понял, то есть до этого я какими-то бомжатскими делами занимался. Так, где коробочка? Коробочка, что там за коробка? Коробка для Ричи Р из 204-го. Вот это нифига себе. Езжай к Ричи в 204 и положи его в ящик спальни. Не дай себя заметить. Эх, боюсь предположить, что в этом ящичке лежит кокулечка. И мне ее сейчас надо будет отвезти в моей машине. Фу. Воу, смотри. Улица Ричи появилась. Офигенно, поехали туда. 201 дом, а мне нужен 204. Ух ты, какая аудяха едет. 204 дом, где же ты? Ветровые мельницы. Слушай, это типа местная Рублевка, что ли? Здесь всякие богачи живут. О, ну да, смотри, там какой огроменный домище он стоит. 204, это 202. Пальмы, смотри, какие роскошные. Здесь бассейнов еще не хватает. Такое ощущение, что я в GTA-шечку какую-то играю. Так, 208. А, 204 вон там внизу. Сейчас сряжем оттуда. Оп. Оу! Смотри, там охранник даже стоит. Серьезно, местечко. Ладно, поехали, короче, вниз. 204 дом как раз вот сюда. Оу, какой склон! Это ж... Так, тихо. Фух, нифига, я даже не разбился. Офигенно. Так, вот этот дом, это походу наш. 204. Вот, парковочка есть. Сейчас запаркуемся. На парковочке и запаркуемся. Кривенько, ну да ладно. Все равно здесь никого нет. Так, 204 дом. Вот он. Вот он. Ага. Что у нас здесь с воротами? Автозамочек. Шикарненько. Здесь камеры нету. Меня не спалят. Мячики. Поиграть в мячики. Йоу. Футбик. Жалко, ворот нет. Это что такое? Ноутбук. Спустим ноутбук. А что он на улице валяется просто так? Так, вон туда мне надо ящик положить, я понял. Сейчас мы попробуем вскрыть эту оконную раму. Уишбих! Так, залазим. И тихонечко... Аймак! Забираю, конечно же. Усы? Усы тоже заберу. Продам потом. Так. Что это? Гарнитура? 90 баксов? Не. Гарнитуру не хочу. Хотя давай заберем.
И вот сюда мне нужно положить этот ящичек с кокулечкой. Где этот ящичек? Коробка для Ричи. Вот. Прикинь, я ее бросить не могу. Что-то непонятно. Мне ее, наверное, в шкаф, в ящичек надо положить. А, точно, вон. Бабки заберем. Это мне за доставку, да? Спасибо. Оп. Твою ж налево! Спалился! Валим через окошечко. Во-во-во-во-во. Ой, тетечку. Здесь еще и дверь закрыли. Так, я понял. Я понял. Возвращаемся домой. Обратно в дом. Так, шкафчик надо под кровать. Под кровать не получается. Где спрятаться-то, ёкарный? Вот сюда. Фух. А жаль, я хотел под кровать залезть. Так, надеюсь, что меня не спалят. Где полицейский? Полицейский? Дядя Полис? Вот он бегает, смотри, мимо пробежал. Вот дятел. Ой-ой-ой, не-не-не. Не беги, не... Фух, красавчик. Все, иди пончики пожри. Нечего тебе здесь делать. Может быть, мне рискнуть и выйти из шкафчика? Хотя нет. У меня лишних подгузников нету. Сейчас, не дай бог, наваляю кирпичи. Все, свалил. Фух. Вот так вот надо уходить от погони. Мне надо сейчас здесь вот закрыть дверцу. Вот так вот. И теперь можно спокойненько смотреть, что у нас здесь есть. Да, что-то как-то скудненько. Здесь пусто, здесь вон какая-то, что это, мобилка, да? Китайский телефон флэт. Даже не слышал о таком, не буду даже брать. Здесь есть что? Опачки, пусто. Здесь не открывается ничего. Погоди, это что, сейф? А, нет, это не сейф. Открываем. Ожерелье, я видел ожерелье. А здесь сверху ничего не... Бабочки! Да что ж такое, бабки возьми. О, 150... 15 баксов в таком доме? Серьезно? Ой, спалили. Фух, не спалили. Ой, божечки. Так. Гарнитура в топку. Бабок нет. Я понял. Роутер, что ли, свистнуть? Не, нафиг у меня роутер сдался. Копейки стоит. Сколько роутер? 40 баксов. Еще один телефон флэт. Почему в таком доме какие-то китайские телефоны? Кроссовки в тумбочке. Это что-то новое. Да что ж такое-то, спалился опять. Быстро открываем все. Деньги надо забрать. Мне нужно перепрятаться. Где кровать? О, под кровать прячемся. Давай, прячься под кровать. Вот так вот. В детской спрятались. Сколько здесь игрушек. Совушки. Надеюсь, дядя полицай меня не спалит. Два раза в одной квартире, ё-моё. Опа, тихо. Не-не-не-не, только. Красавчик. Ой, там хозяева еще ходят. Фух. Потные мои ладошки. Пяточки и подмышечки. Вылазим. О, а глобус можно свистнуть? Не, глобус нельзя. Жалко. А я хотел за ум взяться. Географии научиться, так. Отметим этих двух чуваков, чтобы видно было. Где тут проход-то? Ёпарасете. Фух, чуть не спалился. Где тут бабки-то были? Денюшки мои. Деньги уезжают медленно в тумбочку. Хватай же ты деньги. Да что ж такое-то? Китайские мои руки. Руки-крюки не могут... Не могут бабоськи взять. Наконец-то и полгода не прошло. Так, ничего нет. Ладно, берем принтер. И потащили его через окошечко. Ой. Вас услышали. Выкидываем. Вылазим. И надо отсюда сваливать. Как мне отсюда свалить? Могу. Блин, нет, не могу. Не перекинуть. Тик. Тихонечко. Пофиг на лампы. Ну, слушай, зато принтер свистнул. Открываем. Японский! Ах ты! Стукач! На меня стукнул вон тот вот бродячий тип. Беги быстрее к тачке, беги! Давай, беги! Открывай! Ну давай же, закидывай туда, бери принтер! Ёкарный! Успеем свалить. Давай. Давай, поехали! О, боже.
У меня не то что руки кривые, у меня и ноги кривые. И вообще, походу, рукожоп. Я все равно вынес этот принтер. Аллилуйя. И причем очень спокойненько и тихо. Сейчас я, правда, пойду отмечу этих чунгачкуков, где мой бинокль. Возьмем бинокль и попробуем высмотреть этих чуваков, чтобы отметить их. Где они есть-то? Ладно, я к ним... Ой, ой! Твою ж! Ладно, ладно, я все понял. Неудачненько решил отметить хозяев. Тикс, идем вот в эту комнату. Надеюсь, я не запалюсь. Опа, вот он этот сейфик. Здесь еще один аймак. Ё-моё, и Клайва. Офигенно. Сейчас еще сейфик взломаем. Вот это навара здесь. Ну-ка, что у нас там? Ваза? Серьезно, старинная ваза? Ладно, давай возьмем, может быть... О, что здесь с полом? О май гад. Кажется, здесь откроется портал в потусторонний мир. Надо валить отсюда. Так, хозяева вон там сидели, да? Сейчас мы их попробуем отметить. Это что ж такое-то? Вот так вот мы их отметили. Все, закрываем дверку. Вот здесь вот сейчас вылезем. О, темнеет. Ой-ой-ой-ой-ой. Они сейчас по-любому спать придут. Выходим через окно. Твою ж налево, свет врубился. Все, фух, успел. Успел, смотри. Вон они все равно там сидят. Ладненько, тогда нам как-нибудь выбраться бы. Да что такое, я здесь перепрыгнуть что ли не могу? Да у меня тут по колено. Я перелезть могу. О, господи. Тогда аккуратненько обходим все это дело. Черт подери. Они закрыли снова калитку свою. Жбих. Были-были. Мы вышли. Ну что, мадам? Давай, проходи, да я поехал. О, да. Удачненько съездили на рублевочку. Сейчас я развернусь, мне, по-моему, в другую сторону надо. Да-ра-та-та. Да. Скрытность одна звездочка, ну потому что копов вызывали. Эх, зато старинная ваза какая-то очень ценная, ты глянь. Сейчас посмотрим. Блин, Винни. Ладно, пойдем, короче, попробуем загнать вазу через черный рынок. Электроника, приемник. О, приемник, который я свистнул, пригодился, продаем его. Кухня. Другое. Антиквариат, где-то здесь ваза. О, старинная ваза, 2000 баксов. Офигеть. Удачненько я сейф открыл, удачненько. Так, ломбарди. Забирай принтер, который я свистнул. iMac 8990 стоит. Как-то дешево. Очень дешево. Гарнитура 90, еще MacBook. Клавиатура 100. Изумрудный браслет 1500. Ну все, ломбарди, хорошего тебе вечера. Поперли отсюда. Тек. Воу. Смотри, точила стоит какая. For sale. То есть продается. А в нее можно как-то залезть? Смотри-ка, багажник открывай. Сколько места, смотри. Офигенно. А это тут запчасти, что ли, какие-то, или что это? Ну-ка. О, здесь открыто. Я что, войти могу? Не, не могу. Я нажимаю, но не выхожу. Дверь закрыть могу, а в тачку сесть не могу. Чё за беспредел? Так, пойдем как к ломбарде. Я хочу купить 35 тысяч. У меня 19 тысяч только есть. Вот черт, надо бабосиков поднакопить. Ну, по крайней мере, у меня теперь появилась крутая цель. Накопить на этот фургон. Ты прикинь, сколько в нем влезет. Это ж офигеть в нем. Смотри, сколько места сзади. О-о-о. Да уж. Короче, надо копить. Ну что ж, на этой замечательной ноте я с тобой прощаюсь. Спасибо тебе за просмотр. Не забывай подписываться на канал, если ты не подписан, чтобы не пропустить крутых видосов. А также не забудь оценить вот этот видосик, поставить свой лайкосик и написать комментосик. Вот. В общем, давай. Увидимся в следующей серии. Все, покеда. Чао, бомбита.